Итак, все готово к началу второго тайма. Начинает сборная Польши. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. И перехвачен этот пас. Левандовский. Великолепно сыграл защитник. Карим Бензема. Отличный шанс есть для контратаки. Контратака заканчивается ничем. Потеряли они мяч. Арес тут должен последовать. Как по нотам разыграли эту атаку футболисты, но финальный удар вышел очень неточно. А ведь как здорово подловили соперника, а? Н'Голо Канте. Кингсли Коман. Потащил мяч вперед. Коман. Великолепное спасение. Честное. Как он вытащил этот удар. Мяч летел с близкого расстояния. Право вратарь. Хорошо обе команды показывают себя в атаке. Получается у них создавать моменты. Но вперед пока никто выйти не сумел. Думаю, недолго осталось оставаться равному счету на табло. Карим Бензема. И это удар! Браво, вратарь! Спасает он свою команду. Очень уверенно и красиво он справляется с этим мячом. От души по мячу он приложился. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Потерян мяч. И теперь уже стоит задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. Честно играет, как обычно, надежно. Хорошо играет в отборе. Офсайд сигнализирует боковой. Слишком рано пошло движение. Это главная причина вне игры. Пас получился хороший, но точно в офсайд. Очень хорошо на игру читает. Мастерски. Откровенно плохо сыграно в обороне. Ошибка в пользу атаки. Можно забивать. Это гол! И они выходят вперед! И это очень весомая заявка на победу в этом кубке. Хорошо на повторе видно, как здорово он обыграл защитника. И абсолютно зрячий завершающий удар с такого расстояния, с которого обычно мячи не берутся. Классная комбинация. Продолжается наш матч. Сборная Франции уступает в счете после пропущенного гола. Рикошет и будет аут. Есть куда на фланге пройти. Сбрасывает мяч. Вратарь не забирает мяч, и можно играть. Гол! А вот это уже очень серьезная заявка на победу в этом финале. На два мяча впереди они теперь. Смотрим еще раз повтор. Здесь не очень надежно играет голкипер. Кое-как справляется с первым ударом, но, конечно, нужно стараться фиксировать мяч. Иначе вот такие голы с добивания неизбежны. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 еще. И это перехват. Хороший пас на соперника. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Выше всяких похвал, играет честно и спасает свою команду.
центр штрафной мяч направлен. И слишком сильно угловой подан. Мяч перелетает всех. Из-за боковой ведут они мяч в игру. И мяч выбит из штрафной. Мбаппе. Болельщики замерли на секунду, но фола нет, можно выдохнуть. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Может он забить здесь? Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Пас не получается, перехват. Бензема катит мяч вперед, проход партнеру. Честно, справляется с этим ударом. Вот и все. И камеры ловят выражение лиц проигравшей команды. Да, хотел бы я сказать, что люди помнят команду, уступившую в финале, но это случается очень-очень.